Ребята, всем привет! Мы сегодня будем играть в FIFA Mobile, если честно. В этом видео вы посмотрите. Разделал скриншот. Что у меня было? Вот. Сейчас наш инвентарь. Сейчас начнем его менять. Я выпал Салах, смотрите. Ну все, минус, да. Уже понятно. А удар крестьян, прикиньте. Уж. Смотрите. Хуже? Чё? Неужели? Ладно, смотрите, давайте вот так послабым идти. Вот этот я почти сам первый был. Прям не хочется выбирать. Ну, ладно, может, его еще может оставить. Ну, вот этот не буду лучше, он 110, ну, вот так наравне. Ну, ладно, тоже оставляем, смотрите. Чтобы по всем будем смотреть. Это тоже старичок у меня уйдет. Ушел. Старичок наш ушел. Старичочек наш ушел. Я думаю, это. Ну вот этот не уйдет. Мог уйти. Ты тоже мог уйти, кстати. Кто писал, так уйти. Вдруг как-то попросил. Пока. Просто я тебе говорю, что у меня просто. Даже все старики уходят с игры. Все старики. Стой, а только один смог его убрать. Стой, может... Может, на него не надо сейчас? Любого сейчас поставлю. Что? Блин! А прикинь, если бы лучше вот этого заменили. Смотрите. Давайте вот этого заменим. Потому что... Там вот эти не могут заменить. Где это 110? Вот он, да, это он. Это не он? Где он? Я потерял игрока. Вот он. Заменись. Не, вы не знаете, ребят, какой я раз. Так, ребята. Смотрите. Есть, тем более, такие у меня, смотрите. 112 000. Что? А его что, больше не заменит? Никем? В смысле? Нет, все. Мы его убираем? Блин. Да, мы его убираем. Блин, ты напугал, что чё-то. Как будто я думаю, я его сейчас составлю. Ребята, если честно, я просто давно не играл в игру. Я просто нечаянно про нее забыл. Вы просто понимаете, что у меня изменилось за эти месяцы? Даже можно сказать, за год. А, стой, у меня получается этот старчок не уйдет? Старчок? Да? Стой, вот Кристиану он уйдет. Вот, стой. А, тут просто... От Салаха, ну блин, таких там 104-х он не уйдет, это слишком для него легко. Стой. Его что, нет? Все, замены нет?
Неужели он останется? Это в шоке будет. Сейчас мог уйти, Да блин. Замените его кто-нибудь, блин. Остается, шок остается, ребят. Какой шок? Вот этот 106 остается. Ребята, вы сейчас в шоке? Или нет? Я примерно в шоке. Да он такого легкого он сейчас может уйти. Ну все, он ушел. Ну все, он об этого ушел. Да, он об этого ушел. Пока почти моя самая первая легенда. Она ушла. Просто какой мне шестер. И из-за этого чела у меня на 100 тысяч изменилась стоимость команды. Ну 100 тысяч что-то. Нифига! Не, вот этому старичку уж прям давно, мне кажется, пора. Вот этого сейчас португальца мы сохраняем, я понял, самый первый. А где мне вот эти 102? Он, наверное, вот этого уйдет. Ну ладно, вот этих он уже... Не... Что? А как его 106 обогнал? Слах? Ты хоть... Чего? Ладно, тут типа 3 можно сказать. Нет, стой. Нет, его не надо. Чего? Его 106 убирают. Чего? Я все время был повелитель. Понимаю. Я думаю, у меня в лучшую сторону уйдет. А такой вопрос. Что творится? Я сейчас вижу, что стоимость команды поменялась. А в смысле? Ну стоимость дешевле стала. Ну сильней? Чего? Не говорите, что сейчас его 106 уберет. Сейчас 84-й точно будет, 88-й. А прикинь, я сейчас правда буду купить. 3 на 3. Ну ладно. Могу заменить, есть один выбор. Что? Ну сейчас опять какой-то слабок прием, салах. Салах вообще в минусе. 108-й. Чё, он у нас остаётся? Такой старик. Не, вот это моя вторая легенда, я понял. Типа... Смотрите, вот это у него... Смотрите, типа у него 3. Вот это, наверное, и 3 плюс. Стой, ну да, это получается... Стой. Да, получается вот так будет минус. Берениях там никого не уберут.
О, что у меня со столом? Сейчас посмотрим. Что? Это все время вот эти могли выйти вперед? Что? А где он? Я его потерял. Вот он. Ты куда? Что? Я, короче, не на что ушел. Я не могу поднять. Ай, как же его забили, ну что ты? У меня сильный. Моя самая первая легенда. И вот это он один начал больше, он был, нет, он не заменяет. Ну не ладно. На ворота себе переходим. В минусе. Во! Где у меня батарея? Где вратарь? Вот вратарь, отличный, блин, был. Ну что, нет вратарев? Нет, у меня очень мало вратарев, летите. ЦП, откуда у меня столько этих ЦП? ПП, ЦОП, что? Мне вратарей не учились. Ладно. Типа вот. Сейчас посмотрим. Сейчас. Ребята, смотрите, пример стоимость команды. 400, 604. 509. Общее у нас не поменялось почему-то. Вот в бойцах. Я в шоке. Я в шоке, ребята. Так, ребят, смотрите, стоимость команды у нас вообще не изменилась. Ну, на сотку, если общая, вообще ни капельки. И смотрите, бойцы самое главное. Что? Что это? Что это за состав у нас? Мы как будто в минус ушли. А почему-то там показано плюс. Погнали. Герой сейчас на изи будет с такой командой, как у меня. О, зачелчик. 108, а вот там они фигни, там никого не получится. 189 тысяч. Самоцветов у меня куча. Ну ладно. 1000 навыков. Ну зачем мне эти навыки, объясните. Куда мне это все девать? О, нападающий 14. А вот это прямо сейчас можно? Так. Германия, все, я знаю, нападаю. Так, а вот это интересно. А вот это интересно. А вот это интересно.
А вот это... А что? А вот это... Интересно. Лучше нормально. А его 109-й заменит? Интересно, один бой был где-то. Что было? А, все типа создать. Кстати, Люба. Магазин, что-то типа покупать. За 50 этих, а то ничего не вы... 120, то есть 120? Я думаю, типа, да, 120, типа... Бесплатно? Мне не надо вот это, я сейчас быстрее просто. Я сейчас надо это все быстрее пройти и получить 190, это все. Давайте быстрее. Быстрее. Я лучше Холла получу. Он больше дает. И Сона. Чем вот этого Момоку. Давайте быстрее, ну блин. Ну чего? Чего так тянет? Еще день пройдет. И все. Я забыл, как, если честно, фифу играть. Я даже не... Так, против кого еще мы сейчас будем играть? А, против... Уф! Ой, это, мне кажется, будет жестко. А, мне кажется, это будет жестко. Если это еще во времена крестьян, ну это будет невозможно. Еще в Салаха. Это будет непобедимая кабана. Типа... Понял? Привет? Челси открывает вторую половину встречи. Да я не Челси, я Месси, вы достали. У меня команда называется Челси. То есть Месси. Есть поддержка в этой атаке. Ну решай же! Гол просто сначала. Ничего себе, что не последним в этой игре. Мне против Леопольд или как его там, Леопольд, будет легко. Здорово получается, можно бить? Что? Вот молодец. Просто как обводит замечательно. Просто команда, не знаю кого, просто самая лучшая команда. Челси просто. Просто что я сделал с командой? Сегодня непобедимая команда, типа? А так он все сделал самостоятельно и непобедимая команда сейчас будет? 2-0 счет теперь. Кто знает, непобедимая команда сейчас будет? Нет, ну это просто непобедимая команда. Че тут уже им стараться? Леопольд, вам не надо стараться. Тут уже все за вас сделано. Просто гол, да, это гол. Просто не говори, что это гол. Это гол. Как же здесь не повезло голкиперу. С первым ударом он справился и сделал все отлично, но все равно соперник смог вторым ударом отправить. Не соперник, а король. Футбола, все. Все. Это быстрее, чем Бабе? Это сейчас было. Мяч в штрафной. Что? Что творится? Команда просто. Какая техника? Как она обращается с мячом? Вы только посмотрите. Но вне игры оказывается атакующий игрок. Ну, блин, я могу его забить. Дарви. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Пол команды обыграл. Ничего себе. Да какой пол?
Они там где-то были, вообще он никого не обыграл. Они были на другом конце света. И вы думаете, он что, обыграл? Ривалдо! Ривалдо, Ривалдо, беги! Ривалдо! Давай! Ривалдо, в очку! Подножка? Не смогли они сыграть в своей штрафной без нарушения, и ситуация становится хуже. Давай! Просто есть! 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 Ривалдо! Лену, это хорошо, что... Мне это еще подумал, что это было в зоне вратаря. Или не в зоне вратаря, я не помню. Правильно немножко. Я давно так-то не играл в футбол. Вы думаете, а ты что так долго гулял, отдыхал? Тем более у меня были уроки, а мы просто так друга там говорили, играли, там вот это все. А мы там футболу пошли, ну, правила не изучали, там просто играли, как хотели. Очень хорошо защитник в этой ситуации разобрался. Я не хотел пинать, я просто вам объяснял, смотрел в другую сторону. Ладно, все, Леопун. Потеря, все, в оборот. Давайте, ну все, все, это гол. Куда вам стараться, это гол? Можно что-то придумать это... сейчас. А вы ж крысы. Идите сюда. Тьяго. Нет, ну, вот тут нельзя полоски ставить около лаборатория. Это жаль, что будет пенальти. Это будет очень плохо. 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. Бей же! Гол! Ну вот ты сказал, бей же, я бил. Убил. Ну просто, Ривалдо, хорош. Просто. Ну просто, а давайте сейчас кому-то отдадим один мяч. Просто вот Ривалдо отменим. Смотри, пас, вот. Все, Ривалдо бежит. Ладно, не Ривалдо пусть. И пробей! И все, судья дает да не, ну это мог быть гол. Куда ты посвистел? Почему мяч не долетел? Там же был уже на ворот. Он не засчитали. Я хочу себе таких. А? Почему у нас одного гола нет? Объясните, у нас должно быть 2-2. Мы что, проиграли? Таким мы слабые команде? Мы что, проигрываем такой слабой команде? Я не представляю. Что тут придумали? Типа у меня самая слабая команда? Да? Классно защита с этой ситуацией. Что? Я вообще не видел, как они отняли. Уже вообще не было внимания. Уверенная игра в отборе, соперник теряет мяч. Что? Ну как? Вот теперь я понимаю, почему. Может он сравнять счет? Какой офсайд? Где офсайд? Объясните. Это не офсайд. Он сам защитник не успевает. Они стояли все на ее линии. И нормально было. Что? Да как он прихватил? Еще много времени до конца. Зачем такие плохие игроки? Можно перезапустить? Я откажусь, все. Я 4 раза ударю и попал, все, это уже не победа, там время истекло. Я лучше вот так сделаю, и там уже невозможно дать, потому что... Дайте мне Холланда. Холланда для убийства. С таким 120. Для меня Месси. Танк мира. Вас тут получше отдать стоило. Ривалдо, бей. Забивать тут надо. Что? Нет. Это офсайд. Это офсайд. Ой, какой офсайд, блин, угловой.
С мячом вперед он идет. Что? Там же рука была, нет у него? Они чувствуют, что ответный гол где-то рядом и ищут возможности, чтобы забить и сравнять счет. И правильно, долой мяч из штрафной. Провалил, так, но теперь остались без мяча. Идем, все хорошо идет. Лашич. Грел. Что? Ну как он угадал? Здорово работает с мячом и может... Какой офсайд? Где? Где защитник? Он должен стоять там. В смысле? Нет, вот они пошли дальше. Где офсайд? Объясните. Игра. Вы хоть изучаете правила. Придумывайте. Отличный прием, так держать. Есть у него место для движения. Сейчас будет гол. И что-то тут наконец-то, на 72 минуты. Смотрим еще раз повтор этого голевого прохода. Да, защита здесь просто развалилась. Прошли ее насквозь буквально. Ну все, а тем более они разводят. Как они... Ривалду? Ну, ты так? Глазам не верю. Глазам Ривал? Не верю. Я тоже, пожалуйста, потрите. Что это? Просто великолепно. Что я не мог тебе? Очень хороший мяч получился. Практически что? В одиночку он эту атаку создал. Протащил мяч и не стал никому отдавать передачу. А мог ведь. Но мне кажется, он верно все рассчитал. И взял ответственность. Что мы сделали? И похоже, что 90 минут. Сейчас еще один гол. Для выявления победителя практически не ав... И есть варианты тут. Что? Мы под конец начали. Что мы творим? Гибербить? Еще раз восхитимся навесом. На такие можно смотреть долго. Но, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, два, чтобы создавать что, четыре-два, было один-два. Мы три гола забили. Мы три гола забили, ребята. Вы понимаете? Классный отбор, и соперник без мяча. Много еще играть. 10 минут. Здесь еще один гол? И вот момент. И покидает. Ну почему ты не открыл там ноги? Надо было открыть ноги. Не точно. Ну там рука и была. У него пальцы задели. Нет. Бен Дэвис. Ну блин. Катают они мяч, нужно пробить. Да! Челси, 4 гола. Все, что мы творим. Мы просто бомбандиры. Мы просто... Мы просто разносили это. Что? 5-2, 7 голов забито. У них команда. У них правда команда просто отдыхает. Прошла последняя минута основного времени. Ну все, это последняя минута. А мы их мяч выбили под последнюю секунду. А мы сейчас забьем, наверное. Команда обыграл, ничего себе. Не что? Под конец. Еще один. 5 гола забили. Если не считать один, какой бот забил. Что? Ривалду, ты сколько голов забил, хорош, Ривалду. Счет у нас 6-2, интересно сравняют. Ну и все, матч получился, что надо. А, типа он под конец матча, говорю, сравняют? Удивительный матч, у одних получилось все, у других ничего. Смотреть на такое можно было бы долго, но все-таки нужно пожалеть проигравшего. Трудно? Где трудно? Мы их разнесли в шепки. Вот это если первый раз не считать. А я занервничал. Мы просто... Что я творил? Я сейчас в шоке сам был. Типа за 50 пату можно выпасть. А у меня их сколько? А, я их могу выпустить. 400 и что, можно выпустить?
а у меня 4. Блин. А, давайте сейчас одну откроем. Объясните, а где тут ама? Вот этого можно не для продаж. А это мне надо все открывать. Зачки. Ладно, матч и так. Типа, смотрите. Чё? Барселон 3 хорош, Барселон. Не, Барселон... А, мы теперь против них. А. Это легко. Играть. Это легко. Это не самое легкое, что у нас будет. Пусть победители играем. Пусть поиграешь. Надеюсь, победителя. Не, ну есть шанс у них победить. А, это не наша даже команда. Где есть шанс проиграть? Аж команда тоже бессмертная. Смотрим. Хорошо, он идет вперед. Можно что-то придумать сейчас. Ну что это? Один мяч можно отыграть. Не дает защитник нанести удар, но мяч... Удар! Что? Ага, слышали, а где гол? Надо собраться, времени осталось не так много. Перевезли. Так, ребята, продолжаем. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Ладно, для первой части, ребята, хватит. Всем пока-пока.